Приветствую всех, с вами канал Вита Салва, и это следующее видео о идеальном сухом пайке. Значит, ну, в этом видео мы уже посмотрим, значит, на вот такие вот консервы. Это сайра, рыбные, да. Стоит такая баночка чуть больше 50 рублей российских, конечно же. Фирму мы можем наблюдать. Сайра тихоокеанская. Значит, тут можно увидеть, где она произведена. Видно, что это ГОСТ. Баночка чуть-чуть, видите, непонятно, это клей, видимо. Значит, масса 250 грамм. Ну и, конечно же, видим, что состав, в составе у нас сайра, конечно же, масло, соль. Я лично люблю именно сайру, которая идет с маслом. Вот, не знаю, как есть где-то просто вода, сайра и соль, все там, ну, приправы, может, какие-то. Я именно люблю, чтобы было добавление масла, так, ну, вкуснее для меня. Вот, ну и здесь без консервантов, красителей и всяких добавок. Да, значит, и банка выбита, номер банки выбит с внутренней стороны, вот такой вот выпуклый. Давайте вскроем ее и посмотрим, что же там у нас находится внутри. Если честно, я уже попробовал такую сайру, и она мне очень понравилась. Довольно неплохая сайра за небольшое количество денег, я бы так сказал, потому что сейчас сайра стоит по-разному. Но впереди у нас еще будет обзор рыбы, консервов. Там цена даже чуть дешевле, чем эта сайра, но их я еще не пробовал, и будем пробовать и уже смотреть, что из себя представляет. Обычно на своем канале я показываю обзоры вот именно сайры, потому что я ее люблю, но также и не отказываюсь за кадром покушать скумбрию, например. То есть в некоторых моментах просто нет возможности заснять все на камеру. Открываем и видим, что здесь довольно большие куски сайры. И сразу видим, что она уже очищенная, выпотрошенная. И давайте ее попробуем. Конечно же, лучше это пробовать с хлебушком, но для начала так. Очень сочная. И вкусная. Так, видим, что здесь. Ну, здесь масло, да? Есть масло, но, ну, понятное дело, что здесь масло вместе с водой. Потому что если бы было масло, было бы очень маслянисто. Посолено точно так же, как и должно быть посолено. То есть ни больше, ни меньше, в самый раз. Видим, что здесь здоровые просто куски. Просто офигеть, какие здоровые. Вот. Довольно большие, крупные, хорошие куски. Полностью очищенные, ну, конечно же. В общем, ее тут достаточно. То есть наесться с хлебом можно. Ну и вот еще кусочек. Вот он. Один кусочек я съел, и там, ну, мелкие кусочки плавают. Возможно, вы заметили, да, уже. Но, в принципе, в банке вот такие вот крупные куски. Ну что ж, я считаю, что консервы сайра удовлетворительны, даже, я бы сказал, хорошо.
И, может быть, добавил, что за милую душу с хлебушком ее можно покушать. В каком-нибудь походе, например, я бы ее за милую душу на самом деле съел. Но также вы пишите свое мнение о рыбных консервах в походе или вообще где-либо на каких-то вылазках. Как вы к этому относитесь? Всем спасибо за внимание. Увидимся. До новых встреч.